Дети пойдут в школы 1 сентября. Дистанционное обучение останется только как дополнение к традиционному очному. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов. Но есть ограничения. Школам придется соблюдать рекомендации Роспотребнадзора, подобные тем, что были на ЕГЭ. Мы готовимся к тому, что все школы будут открыты, будут организованы традиционные линейки. Весь наработанный опыт в рамках проведения единого государственного экзамена будет использован при организации обучения в школах. Все требования Роспотребнадзора будут учтены, чтобы максимально обеспечить наших детей и учителей. Мы не планируем вводить дистанционное обучение. При всех плюсах дистанционных форм мы рассматриваем только как дополнение. Также глава Минобра рассказал, что в начале учебного года в школах пройдут контрольные. Они должны будут выявить проблемы, пробелы в знаниях за время дистанта. Оценки за них детям ставить не будут. Также с 1 сентября педагоги начнут получать доплату за классное руководство – 5000 рублей в месяц. А детей начнут кормить бесплатными горячими обедами. Ввести их поручил Владимир Путин во время выступления перед федеральным собранием. Тогда же президент впервые анонсировал поправки в Конституцию.